Этот сезон алтайских теннисистов войдет в историю. Судите сами. Главная команда края в дебютном сезоне премьер-лиги элите настольного тенниса в России вышла в плей-офф командного чемпионата, попав в топ-8. Теперь эти команды продолжат борьбу за медали в Сочи. Можем при хороших вариантах в шестерку попасть. Если первая победа будет, да. А если не будет, значит 7-8. То есть все там быстро будет это происходить. На вопрос многих, почему наши не рассчитывают на золото, ответ прост. Алтайский теннис слишком молод для такой конкуренции. К примеру, в топовых командах играют китайцы или хорваты. Их заработная плата может составлять от 1,5 миллиона рублей. Таких денег у нас нет, но тренерский штаб ставит упор на своих воспитанниках и на подрастающее поколение. Растет поколение. По сути, смены. Малыши растут, малыши крепнут. Такие соревнования, как сегодняшние, они позволяют кому-то поиграть. Кто-то первый раз видит такой зал. Все это им интересно, в новинку. Успехи юных теннисистов за этот сезон можно перечислять бесконечно. Это и медали всероссийского турнира в Бердске, переход в класс А команды «Алтай Джуниор», победа на первенстве края, Сибири и так далее. А что касается всероссийского турнира в Барнауле, то здесь собрались 22 региона, свыше 400 участников, и есть возможность получить звание «Мастер спорта России». У нас ближе всех к мастеру получился только Кондаков, 8-е место. Ну, молодой, перспективный, поэтому еще, я думаю, шанс у него будет. Федерация настольного тенниса Алтайского края заявила и довольно-таки сенсационную новость. Будет создана женская команда, назовут ее «Алтай». Совсем юные девчонки будут расти до настоящих чемпионов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, «День с толком».